Сотрудники полиции в летние каникулы традиционно посещают детский лагерь «Олимпиец», чтобы познакомить ребят с особенностями своей профессии. На прошлой неделе белореченские полицейские продемонстрировали школьникам, как работают кинологи. Подростки увидели командную работу полицейских с четвероногими коллегами, а также успели подружиться с молодым пополнением в белореченском отделе – псом Рэем. Восточноевропейская овчарка тренирована находить преступников по следам и задерживать их. Школьники побывали на импровизированном месте происшествия и увидели, как служебная собака с помощью своего острого обоняния помогла разминировать полицейский автомобиль. Олимпийцы увидели бронежилеты, которые защищают оперативников во время операций. Некоторые ребята даже успели примерить и ощутить тяжесть защитного средства. С большим интересом школьники вникали в особенности профессии полицейского, а в завершении встречи продемонстрировали сотрудникам полиции свою ловкость и быстроту и показали свои знания о работе полиции и своих правах.